так похожи один на другой. Я, наверное, скоро уеду в Воронеж. Напишу тебе адрес нетвердой рукой, где меня ты найдешь. А потом похоронишь, идешь, это мой друг, навалилась хандра. Но она не водяра и глотку не сушит. Если в мире главенствуют крики «Ура!», то я буду пытаться беречь свои уши, не печалься, мой друг. Не моя в том вина, что я дал слабину там, на каменоломнях, на задворках империи пляшет война. Впрочем, даже не наш, а чья и не вспомню, там в Воронеже тишь, только блики витрин. И меня не смущают границы отчизны. Я от стольких на свете бежал Украин, что в итоге сижу на окраине жизни. И меня не волнует вселенский вопрос, для кого я пишу свою лучшую песню. Ведь когда-нибудь где-то родится Христос, и, возможно, когда-нибудь снова воскреснет. Эти дни так похожи один на другой. Я, наверное, скоро уеду в Воронеж. Напишу тебе адрес нетвердой рукой, где меня ты найдешь. Потом...